Доброго времени суток, друзья! Сегодня я был на пляжном клубе, и ко мне подошел один молодой человек и увидел у меня наушники. Я вообще почитатель фирмы Minilab. У меня все фирменное, то есть у меня утерка Minilab 705. То есть наушники у меня Minilab Bose Wear Trenta 30, вернее, если говорить на русском языке. И что я хочу сказать. Подошел ко мне комрад и сказал: ой, а зачем ты покупаешь такие наушники дорогие? Они типа стоят 70 евро. Это вообще бессмысленно. Можно купить китайские. Можно еще что-то там подобрать. Это, и все будет нормально. Ну, во-первых, я хочу сказать так. На берегу моря, когда я копаю, я всегда люблю копать только в наушниках, потому что очень хорошо прослушивается сигнал. Вот сейчас я снимаю, я не знаю, наверное, будет в микрофоне очень сильный шум моря. Вот когда вы ищете с прибором, все равно этот звук не будет так четко слышен, как именно в наушниках. Ну и самое главное, что я хотел сказать, камрады, если вы можете себе позволить, никогда не покупайте какие-то копии, китайские, там еще что-то там придумывают. Покупайте всегда, уважайте себя, покупайте фирменные вещи. Вот если я купил себе Minilab, да, я себе куплю вот Minilab, я себе купил вот эти наушники. Почему? Вот они у меня уже 4 года, с ними практически ничего не случилось, они у меня на скорости, я забыл как-то раз, оставил на машине, поехал, они у меня упали, потом они у меня как-то раз вообще падали. То есть с ними вообще ничего не случается, только единственное, что вот тут вот у меня на мягком месте стало отходить, ну не знаю, видно нет, просто вот пластик стал отходить. Ну, это я смотрел в интернете, это все меняется, и очень просто меняется. Поэтому, камрады, уважайте себя, не придумывайте велосипед, он уже придуман. По концовке вы просто заплатите вдвойне. Поэтому, как бы, покупайте всегда хорошие вещи, уважайте себя. Ну вот это, что я хотел сегодня рассказать. Ну а сзади меня, кстати, если так прокомментировать, я был на пляже, а сзади меня вот эта вот сигнальная римская башня, уже разрушенная морем. Что интересный такой факт, что с Гибралтара до Рима информация по этим сигнальным башням доходила от 2 до 3 суток. Где-то так, в зависимости от погоды. Ну, это такой исторический факт. Ну, всем удачи, хорошего копа. Вот то, что я хотел сказать. Всего хорошего, друзья.